Привет! Сегодня у нас ролик от самого стабильного мяча. До самого неуправляемого. Погнали! Серию, и я скажу свои комментарии по этим двум мячам. Это ужасные траектории конкретно для вратарей. Конечно, полевой был доволен сегодня этими мячами. Вот. Ну и больше не могу про них ничего сказать, поэтому передаю слово. А как бы ты оценил, вот, какой мяч самый был невыносимый для тебя? Наверное, вот этот вот мяч. Потому что что не удар, то наклбол. А самое главное, в отличие от данного мяча, он летит быстро, но с такой же траекторией. Я думаю, то, что прям так же, то, что он летит быстро, хорошо. На колбол им был прям каждый удар. Вы знаете, я не мастер ударов на колболом, я обычно не закруткой. Поэтому мне раньше нравился этот мяч, когда я попал им, я не бил уже с зимы. Он реально очень крутой мяч. Ну вот мяч, да, он сначала летит хорошо, но потом просто берет и останавливается. Если пробить слабо, то он даже не доворот. А с ветром вообще. У нас беседа, просмотр. Всем пока.